Всем привет! С вами канал Стофики, и я ваш любимый Санечка. Наконец-то я приобрел газовый баллон на 10 литров. А то все время пользуюсь шмелем, да шмелем на рыбалке. Теперь хоть будем сидеть уже как нормальные белые люди. К нему я сразу же взял шланг 3 метра, кислородный. Хомутики к ним с одной и с другой стороны. Друг Юрка, вот этот, выточил мне вот такой штуцер. Он подходит на маленькие газовые баллоны. Это, ну вы знаете, следопыт. Вот эти вот 500-граммовые баллоны. Также у меня есть редуктор для понижения давления газового баллона. Один, это неразборный. И второй, вот такой, уже разборный. Зачем? Дальше вы сами поймете. Также у меня есть газовая горелка для газовых баллонов, как я уже говорил, следопыт и так далее, маленьких. Тоже с отводным шлангом. Он продается вот в таких вот упаковках. И также приобрел еще обогреватель сибирячка. Ну а также нам еще понадобится ключ на 12, ключ на 27, ну и отвертка для обжимания хомутами. Ну и конечно же спички. Ну что ж, смотрим, будем пробовать. Ставим редуктор. Берем обогреватель сибирячка. Подсоединяем его, обжимаем хомутом, проверяем. Видим, идет пламя. Могу сказать точно, в нашей палатке 4 лонг будет очень-очень тепло. Берем штуцер и прикручиваем его. На штуцер одеваем шланг. Обжимаем хомутом, проверяем. Для обогрева палатки этого недостаточно. Снимаем шланг с редуктора. Снимаем редуктор. У меня есть другой редуктор. Разборный. Чтобы нам его полностью не разбирать, мы у него снимаем только один штуцер. Ставим штуцер на газовый баллон. Не забывайте, у газового баллона резьба левая. Одеваем шланг на штуцер. Обжимаем его. Обжимаем хорошо, потому что здесь сейчас будет сильное давление. Проверяем. Сначала открыли чуть-чуть, чтобы газ пошел, и потом закрыли для техники безопасности. Вот мы видим, заработало. Тихонечко ему даем газ. Если вы видите, что сильно, немножечко убавили. Итак, понятно, что у нас здесь тоже находится свой редуктор, который понижает давление. Теперь мы газовый баллон можем выносить за палатку, а этим редуктором мы можем убавлять, прибавлять газ. Вот мы его убавили, также мы можем и прибавить. Греет очень-очень слабенько. Для палатки 4T Long это не подойдет. Закрываем баллон, не выключая горелку. Газ должен весь выйти. А на этом все. Спасибо огромное. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал Стофики, и я ваш любимый Санечка. Пока. До новых встреч.